Окей, что дальше? У нас есть три короны. Особый уровень. Мы уже играли на нем. Нет, где стрелять? Пушки. Погодите, это что-то типа Battle Royale. Тут есть еще уровень с пушками. Тут можно пострелять. Почему-то. Как стрелять? На пробел. Вау, тут есть огонь по своим! Вы меня подстрелили! Окей, нужно уворачиваться от красных точек. Да! Да, это сифилис. О, черт! Синий! Я понял! Зеленый, стреляй! Белый! Зеленый! Белый! Желтый! Сделайте дырку! Не обязательно расстреливать все! Это жесть! Это просто жесть! Вы готовы к чертовой войне? О, черт, я подстрелил тебя, сорян. Я сосредоточился на цели и не заметил тебя. Ты просто шмальнул мне в затылок, чувак. Ты просто казнил меня, бро. Слушай, ты сам подставил свой затылок. Ладно, красный. Красный, потом белый, сделайте проход. В сторону! Не обязательно расстреливать все. Вот именно! Белый следующий, дальше синий. Зеленый, вперед! Отойди, желтый! Зеленый, желтый, давай! Фиолетовый, красный! Я все еще жив! Слушайте! Летите наверх и создайте как можно больше пространства! Черт, двигайтесь! Да! Ваша ж мать! Черт! Делириус, что ты делаешь? Я играю в игру! Нагло, сорян! В сторону! В сторону, ты чертов синий ублюдок! Это было неплохо. Мне это нравится. Смотрите на цвет. Фиолетовый вперед. Зеленый. Зеленый. Желтый. Отлети в сторону. Зеленый, стреляй. Красный. Стреляй. Синий, стреляй. Белый. Фиолетовый, зеленый. С дороги. Просто прилетайте. Красный, наверх. Красный. Нужно забрать ключ. Красный наверх. Вы не стреляли! Почему вы не стреляли? Нам нужно было взять ключ! Да, я понял. Слушайте! А ну тихо! Зеленый! Ключ наверху! Белый! Лети вперед, белый! Белый, ты должен взять ключ! Белый пробьет нам проход! Вот так! О мой бог, это было проще! Наконец-то! Это было намного проще на этот раз! Проходи, ты все равно уже не умрешь! Не, он может. Вот так-то лучше. Лучше не провоцируйте его, а то он реально убьет себя. Почему я опять на это подписался? Слушай, почему ты постоянно улетал вниз? Это не важно. Кто бы говорил? Ты пер вперед, как суицидник на российско-украинском поле боя. И получал пулю в спину. Это потому что... Потому что ты тупой. Тут есть огонь по своим. Нет, это потому что ты постоянно лез вперед. Я спасал ваши жизни. Умирая? Да, я принимал удар на себя. Да он заслужил награду «Пурпурное сердце», «Пурпулириус». Тоже хочешь покупать крутые игры в Стиме? Но как пополнить кошелек, если ты живешь в РФ? Для начала по ссылке в описании заходим на сайт сервиса Купикод. Это сервис с самой низкой комиссией на рынке. Вводим логин от своего аккаунта в Steam. Сервис не запрашивает пароли и другие данные от аккаунта, только логин. Поэтому ваш аккаунт останется в безопасности. Вводим сумму пополнения кошелька и промокод VENUS, с помощью которого комиссия сервиса снижается на 2%. Жмем кнопку «Оплатить». Вносим необходимые данные и оплачиваем заказ. Кроме того, на Купикод можно купить игры напрямую и получить их гифтом на свой аккаунт. Причем здесь доступны игры, которые в самом Стиме пользователи из РФ купить не смогут. А промокод VENUS позволит получить скидку 5% на заказ. Более 9 миллионов успешных пополнений, поддержка работает 24/7, а пополнение и игры приходят за пару минут. Все ссылки и промокоды в описании под видео. Ладно, что тут? Вау, тут система напарников! Что? Система напарников! Стрелки-водители! Только не касайтесь лазеров, сверху и внизу! Синий! Давайте все наверх! Зеленый! Дальше зеленый! Баусарян! Эван! О мой бог! За что? Ладно, Нокла. Наверх спун! Эбен. Ништяк. Так, уходим назад и наблюдаем. Я перестал стрелять, потому что теперь Брайан впереди. Пролетай. Пролетаем. Так держать, джентльмены. И Нокла умер.
Почему я упал? Потому что ты спрыгнул, ты спрыгнул. Какого черта, я нифига не прыгал. А вот и прыгал. Делириус, дурачок. Да ладно. Давай, стреляй. Окей, порядок. Черт. Мы еще не были так далеко. Блин, я готов, я готов. Я готов. Там будет красный или синий, Красный? Окей, давай вниз. Я возьму его. Погнали. Давайте вниз. Вниз. Готово, теперь главное пройдите здесь. Зачем вы задели эту штуку? Крушение самолета! Господь, не будь тебе летчиком! Посмотрите, зацените, как мы проходим! Не торопимся, нам незачем торопиться! Я же сказал, не торопимся! Наглый идиот! Ох уж эти белые водители! Ладно, мы справимся! Зеленый и белый! Давай, чувак! Вот так, бери ключ! Вот так, залазь туда! Прыгай! Теперь вниз! Только не трогайте красное, парни, не трогайте красное! Вот и все! Белый залетай, красный залетай! Нагло, ты еще можешь спрыгнуть и умереть! Я упал на тебя! Я спас тебя! Я спас тебя, дурачок! Охренеть! Окей, ладно, фиолетовый первый, зеленый! О мой бог! Эван, пожалуйста! Молю тебя, пожалуйста! Только не в башню, пожалуйста! Это только второй раунд! Я только сейчас понял, что мы записываем это 11 сентября! Точно, сегодня 11 сентября! Ох, черт! О мой бог! У нас получается все лучше! А, у меня щит! Я прикрою тебя, Венес! Я просто настрелял тебе по морде! Осторожней шарами! Может, не стоит улетать так далеко? Я стреляю заранее! Что это? Блин, это босс! Что нужно делать? Фиолетовый, осторожно, поднимись чуть выше! Вот так! Это как в тех старых играх! Вау, я шмальнул белому взад! Да, вы сделали это несколько раз! Больше 4! Синий и желтый, летите вперед, а мы останемся сзади! Синий и желтый! Эй, Венес, летим прямо к пушкам! Давай прямо к пушкам! Серьезно? Да, вот так! Понял, окей. И что теперь? Просто стойте на месте! Мы можем просто уворачиваться от шаров. Да, Венес, не двигайся. Хорошо, я использую тебя как укрытие. О боже, ты все еще продолжаешь попадать по мне. Я попал по Веносу, сорян, я нечаянно попал по тебе сзади. Как будто это ты тут, чертов босс, сучка. Окей, это все? Стойте. О мой бог, прячься за щитами. Летите вперед, раз у вас щиты! Ладно, прячься за нами! Встаем за щиты! Мы будем по центру! Встаем за щиты! Идеально! Вперед! Просто держитесь сзади! Он возвращается! Все назад! Давай наверх, Эван! Ну, это легко, парни! Нагло наверх! По-моему, надо стрелять по голубым кругам! Хороший блок! Сорян, Брайан! Я не хочу стрелять, чтобы попасть в кого-нибудь! Я просто уклоняюсь! Еще немного! Еще чуть-чуть! Пожалуй, я смещусь пониже! Нет! Это был фиолетовый, это был Мо! Что произошло? Спун! Что? Он встал у меня на пути! Нет, я про то, что Догла продолжает называть тебя Му! Какого хрена? Ладно, парни, готовьтесь прятаться за щитами! Продолжайте стрелять! Это был не я! Это был один из вас, учата! Но не я! Осторожно, ракеты! Да, я вижу! Несколько ракет! Я вижу ракеты! Да! Прячьтесь! О, мой бог! Ох, блин, я уже хотел лететь к двери. Ну что, кто-нибудь шманет по ним сзади? Нет! Еще немного! Да! Не стреляйте! Хватит стрелять! Война окончена! Фиолетовый, не стреляй! Залетайте! Один разик можно! О, черт! Это все? Да, это все! Это все, мы сделали это! Открыть огонь! О, я так счастлив! 1:40! Зато было весело! Команда, это слишком просто! Давайте лимит времени, это будет жестко! О, ладно! Это будет жестко! Я не понял, вместо тебя за комп села твоя бабуля? Яу, надо собирать монеты! Мне тут нужно еще двое!
Вот так. На самый верх, и потом надо прыгнуть. Нет, нужно доехать до самого верха. Что ты делаешь? Нам нужно собрать все монеты. Да. Как мы должны успеть? Собирайте монеты! Теперь мы знаем, это просто разминка, окей? Давайте, нам нужен еще один! А мы пойдем сюда! На самый верх! Что ты делаешь, Брайан? Поднимайся, Брайан! На самый верх! Нам нужен еще один слева! Все хорошо, Эван, все хорошо! И Брайан такой, нет уж, я соберу все монетки! Я работаю ради общего дела, видите, мы все собрали! Окей, ключ! Так держать, команда! 16 секунд. Ах ты ж, Господи Иисусе. Да уж, хорошая работа. По одному. У нас 8 секунд, давайте. А ну свали, давайте. Проходи в дверь, ты. Почему вы остались там? Это было безнадежно. Это точно. Ждем. Хорошая работа. Ну вот, Брайан опять за свое, чертов. Так, на другую сторону. Да отвали ты от меня. Я работаю ради общего дела. Я собрал монеты. Чего ты докопался? Это тебе не какое-то там соревнование. Это плохо. По одному. Вот только ты все собираешь. Вот так. Идеально, парни, идеально. Легкотня, с первой попытки. Давайте, двигайте блок. Нужно 6 человек. Кто не толкает? Зачем ты перепрыгнул на другую сторону? Давайте, толкайте! Какого черта? Мы не пройдем, тупой сучонок. Видишь, спун на другой стороне. Ты имеешь в виду Му? Прыгайте! Три секунды! Расслабься. Чертов Могла! А где ключ? Реально, где ключ? Он где-то наверху? Он сзади? О, черт, что? Что это, блин, такое? Что это? Давай наверх, Венес! Давайте на другую сторону. Когда нажимаешь на кнопки, получаешь больше времени. Эван, куда ты пошел? Нам нужен ключ. Мне нужны двое. Я помогу тебе. Ух, блин. В сторону! Запрыгивайте наверх! Нет, вы все запороли. Нужен еще человек. Ты идиот. Серый, спустись. О, вы сделали это. Ладно, окей, я беру свои слова обратно. Это должно быть легко. Ну, не знаю. Нагло, стой там. Я не двигаюсь, чувак, я вообще не двигаюсь. Открывайте. Давайте. Ладно, пока, парни. А, погодите. О, боже. А что надо делать? Нам нужно дотолкать еще один блок. Слева? Да. Нам нужен один блок. Так, там нужны 2 человека. Назад. Толкай его. Вот так. Оу, черт, как мы теперь отодвинем этот блок? Спун! А я-то что? Спун! Я вообще не трогал его! Окей, я останусь здесь внутри, чтобы потом толкать блок. Нет, Делириус, иди вниз. Поднимайся, Эван. Закинь его на голову Брайану. Фиолетовый. Му! Идеально. И теперь толкай. Мне на голову. Спасибо. Вот так, отлично. Идем. Давайте. Идеально. Эван, прыгай. Слезьте с меня. Просто прыгайте, парни. Давайте, надо поторопиться. Открывайте дверь. Вы все просто конченые. Вот так, отлично. Все просто замечательно. Эван тормозит нас. Нет, это был Эван. Я видел, как он опускал руки. Сколько времени мы убили на это? О мой бог, нам больше 30. И вы просто послушайте эти разговоры. Нет, это был Брайан, нет, это был Эван, нет. Я просто сказал, что я видел. Что нужно делать тут? Что это? Мы можем присасывать друг друга. Всасывайте монеты. Присоси его! Прыгайте сюда, я вас присосу. Давай ко мне на голову, Марсел. Сначала к Делириусу. Делириус, назад. Какого черта ты сказал и ушел? Я не знаю, какого ты цвета. Давайте наверх и направо. Сосни меня. Почему ты присасывал меня? Я чуть не упал. О мой бог! Беги, Венес, а он будет прыгать. Беги и собирай монеты. Да, но он... Давайте уже, собирайте монеты. Он должен... Засните меня! Террорайзер, давай вниз, соберем эти монеты. Давай сюда, Марсел.
Окей, вот так. Мы не сможем. Давайте, мы все. Мы не сможем. Берем ключ. Теперь мы знаем, где ключ. Мы сможем сделать все идеально. Да, теперь мы знаем. Слушайте, давайте все налево. Наверх. Делириус, что ты делаешь? Я занял свою позицию. Мы потратили уже 2 часа. Вниз и налево. Давайте все пойдем налево. Именно это я и сказал. Окей, давайте, вы сможете. Давайте, собирайте монеты! Делириус! Я не хочу больше ничего от тебя слышать! О чем ты? Я собрал все свои монеты! Сосни меня! Присоси его! Скорее, прыгай! Тащите ключ! Отпусти меня! Я отпустил! Я не мог развернуться и присосать его! Ты тупой сучонок! Нагло, хватит! А, да, ты не мог развернуться! Налево! Давайте туда, перепрыгивайте! Эван, перепрыгивай! Перепрыгивай, сосни меня! Используй Брайана! Эван, иди сюда и сосни меня! Я не хочу идти туда! Вот так, давайте! Тут не хватит места для всех! Передавайте ключ! Эван, сосни меня! Передавайте ключ! Вы решили просто забыть про меня? А, вот так! Да, точно, просто забудьте про меня! Эван, иди сюда и соси! Пожалуйста! Брайан, прыгай! Вы идиоты! Вы конченые дебилы! Все из-за того, что вы ускакали на выход и забыли про меня! О боже! Вы просто ушли и оставили меня! Это именно то, что произошло! После этого мне надо будет отдохнуть от тебя! Да я уже давно от тебя устал, я уже неделю с тобой! Не общаюсь. Идем. Я жду ключ. Ключ у меня. Назад. Запрыгивай, нагло. Я открою дверь. Дверь открыта. Почему вы еще там? Давайте. Соси, твоя очередь сосать. Сосите друг друга по очереди. Эван, соси. Отпусти меня. Развернитесь, соси. Присосите уже друг друга и валите в чертову дверь. 3, 2, 1. Я больше никогда не хочу проходить это. Давайте еще раз. Это было ужасно. А, у нас пушки. А, погодите, я засосал их. Они теперь внутри меня. Ты можешь стрелять ими. Теперь я тут, и я могу выстрелить Эваном. Мы можем как матрешка собраться в одном человеке. Да. Прыгните ему на голову и стреляйте. Я говорю, запрыгните ему на голову и стреляйте! Что вы делаете, парни? Нагло застрелил бы меня в реальной жизни. Это заняло так много времени. Это просто какой-то ужас. Вау! Окей, ладно, давайте... О, тут ограничение по времени. Нет! Ладно. Я не знаю, что делать. Погодите, на этом уровне давайте сделаем матрешку. Так, синий стреляет в белого. Вот так. Желтый в белого. Красный в желтого. Фиолетовый в красного. И я должен стрелять в себя? Да, стреляй в него, да. И потом через щель. Капец, он затупил. Он стрельнул не в ту сторону. Нет, окей, может быть будет проще, если... Запрыгни ему на голову. Да, возможно, это нужно сделать вдвоем. Вот так, да. Нет, я смогу. Нагло, у нас ограничение по времени, чувак. О, ништяк, чувак, это было жестко. Так, теперь нагло, ешь его. Он не может. Ну так исправьте это, чтобы он смог. Хоть бы один туда попал, это жесть. Да, сучка, вот так. Давай, теперь стреляй. Погоди, нет. Нам надо засосать друг друга. Пока, парни, я сваливаю. Я не могу попасть с этой AR-15 или 16, или что это? Когда кто-нибудь попадет на ту сторону, нам надо сделать матрешку. Да, вот так, давай, прыгай. Тебе надо попасть. Сейчас. Надо поймать тайминг. Да, так держать. Да, просто заходи, мы все в тебе. Мы сделали это. На этом все? Блин, это была просто жесть. Абсолютная жесть. Не думаю, что это все. Ну, судя по звукам кричащего ребенка у тебя на фоне, это все. Ага. Какого ребенка? Моего ребенка?